как найти лейбл, если вы уже сделали свою музыку, но совершенно не в теме, где такая музыка издается, и, может быть, у вас есть только самая маленькая зацепка в виде, допустим, может быть, имени какого-то артиста или трека, да, или, может быть, лейбла, который вам по какой-то причине не подходит, вы не можете туда отправить музыку, но музыка лейбла вам близка. Просто мне несколько минут назад написали, я здесь записывал видеокурс по диджеингу в Ableton, и как раз, ну, раз уж все оборудование настроено, решил записать такое полезное видео. Значит, та музыка, которую мне показали, она была очень похожа на недавно прикрывшийся Enigmatic Records австралийский, где выпускали такое около glitch-bass музыку, замечательную IDM, в общем-то. Я размещал ссылку у себя на странице. Они... Дело в том, что на Bandcamp выложили всю свою дискографию бесплатно. И как найти лейбл, например, хороший, куда можно попробовать отправить свою музыку, по крайней мере, хотя бы понять, что вообще происходит на сцене в данный момент, если вы выпали, да, или вообще не следили за этой движухой, открывайте сайт DiscOx. Это, ну, наверное, самая полная база звукозаписей и сайт, который... стоит знать, потому что искать, если что-то связанное со звукозаписью, с лейблами, с артистами, стоит здесь. Здесь пользователи сами его заполняют, и база действительно очень большая. И у нас есть зацепка, это имя проекта, трек которого подошел наибольше, наиболее всего. Aouma. Вводим, выбираем сортировку по артистам. Выбираем первый вариант. Melbourne-based downtempo IDM producer. Это оно. Ну, во-первых, сразу у нас есть SoundCloud. Открываем, он нам еще понадобится. Открываем второе имя этого артиста. И смотрим, вот его релизы. И открываем, на каких лейблах они были. Открываем этот, этот и этот. Вот, теперь у нас есть уже не один источник, не одна зацепка, а целых четыре. Во-первых, у нас есть SoundCloud, где мы можем увидеть, например, что мы тут можем найти, за кем следит этот артист. Как правило, те, кто пользуется более-менее SoundCloud, выбирают интересные какие-то проекты, за которыми следят, либо их дружественные, с кем они коллаборации делают, либо просто... какая-то вот около музыка. В любом случае, если вам понравилась музыка какого-то музыканта, то, скорее всего, вам будет интересно, какую музыку, какой музыкой интересуется он сам. Поэтому в этом случае SoundCloud это отличная вещь. Вот, пожалуйста, вы можете видеть еще десятки или даже сотни рекомендаций. Будет чем занять свой вечер. Ну и также вы видите, вот так, это нам профиль не подходит. Здесь все то же самое. Enigmatic Records, пожалуйста, вот. Здесь мы видим кучу артистов, и теперь мы можем идти по самим артистам, выделять их вот так вот в новых вкладках, открывать, и потом делаем абсолютно то же самое, но уже как бы новый виток, да? Смотрим, артист выпускался, например, еще на другом лейбле. Смотрим, что это за лейбл, да, опять же, вся информация есть, SoundCloud или просто список релизов и артистов. Вот еще один новый лейбл, мы о нем не знали. Здесь смотрим, пожалуйста, Trapez, ну, я в курсе, но кто-то нет. Tribal Vision, Howl Music, вообще впервые слышу. А ведь если мне понравились, ну, предыдущие треки артиста, то эти тоже, возможно, будут очень-очень интересны. Вот таким вот образом мы за 5 минут или сколько там прошло, мы открываем для себя просто сотни вариантов вообще, что можно поизучать, и мы открываем для себя очень-очень быстро всю, по сути, ну, или хотя бы огромную часть сцены вот данного направления. Поэтому пользуйтесь, это очень удобно.